В городе Конаково Тверской области проходит 5-й гастрономический фестиваль «Верещагин Сырфест». Мероприятие объединило экспертов и профессионалов сыроварения, представителей частного сыроварения, а также всех любителей сыра. Фестиваль включен в туристический календарь Тверской области на 2024 год. Всего туда вошло 133 события. Это гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и другие мероприятия. Участниками фестиваля стали сыровары из Москвы, Подмосковья, Казани, Тверской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Алтайского края, Республики Адыгея. Для гостей юбилейного фестиваля подготовили насыщенную программу. Это концерты, конкурсы сырной тарелки, сырная викторина, различные мастер-классы, в том числе по приготовлению моцареллы и многое другое. Работала ярмарка крафтовых сыров с дегустацией от лучших сыроваров России. На фермерском рынке представлены сыры, молочная продукция, мясные деликатесы. Фестиваль посвящен Николаю Васильевичу Верещагину, родоначальнику отечественного сыроварения, который создал в Конаковском районе первую в России сырную артель. В этом году исполняется 185 лет со дня его рождения.